Мы попали с вами на необитаемый остров, судя по всему. Лежат, отдыхают. Смотри-ка на них. Ёлки-палки. А кораблик-то пошел ко дну. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Tinker Island. Поехали. Я, ребята, ее начал играть на телефоне. Мне она понравилась, и я решил поиграть для вас. Вы потерпели кораблекрушение на необитаемом острове. Вы должны найти способ покинуть это место, но сначала попытайтесь выжить. Начните изучать пляж, на котором вы очутились. Окей, поехали изучать с вами пляж. У нас Дженни тут, кого только нету. Так, окей. Секретарь закончил, записная книжка. Смотри, посреди песка ползают крабы. Вы получили крабов. Совет. Еда — это ценный ресурс, необходимый для изучения острова. Окей. Так, на пляже где-то были крабы. Поймайте немного крабов на обед. Окей, давай поймаем с тобой немного крабов на обед. Почему бы нам это не сделать? Так, друзья мои. А мы получили с вами крабов. Пока вы охотились на крабов, вы заметили неизученную часть побережья. Вы нашли побережье. Отлично. Ну что же, пляж нам нужно... А, новое, давай сюда кликнем. Продолжайте изучение. Окей, новое, да? Изучите побережье, поехали. Ребят, у нас пока еще тут идет обучение. Но в принципе я уже все знаю, как здесь нужно делать. Так, и что же у нас здесь? Солнце садится, и нам нужно быстро достать огонь. Быстрее, на пляже есть коряга. Вы нашли корягу. Совет, дерево это еще один ресурс, как еда. Оно вам может понадобиться, чтобы строить различные структуры в вашем лагере. Конечно. Ну что же, пойдем собирать корягу. Все это делается, ребята, очень быстро и легко. Пока. Как ты понимаешь, мы заработали с тобой лес. Ночь уже близко, а значит, что просыпаются хищники, и вы можете умереть. Быстро используйте корягу и добудьте огонь. Вы же знаете, как это делается, верно? Развести огонь. Вы торопитесь найти немного сухой травы, чтобы использовать ее как труд. Что еще вам нужно, чтобы добыть огонь? Ну, по идее, ребята, нам нужен палка. Палка же, по-моему, да? Выберите еще палку. Что-то нужно еще? Спички. Нет, шнурки на самом деле. Воу-воу-воу-воу, ничего себе, тут погоди-ка, там что-то у нас... Вы сгибаете вашу палку и привязываете шнурок на каждом из концов. И у вас получилось что-то вроде лука. Вы крутите палку на сухом дереве при помощи лука. Вы можете построить костер. Совет. Костер открывает новые постройки. Прекрасно. Прекрасно. И вот, ребята, мы изучаем с вами костер, так сказать, да? Вот у нас идет время здесь до завершения. И... костер у нас, как говорится, в кармане. Согревающий огонь поднимает дух ваших выживших. Вы получаете 20 алмазов. Алмазы, ребята, это наша местная валюта. Пока вы согреваетесь у костра, неподалеку вы замечаете вход в пещеру. Вы находите пещеру. Совет, продолжайте изучать остров. Так, ребята, побережье. А мы можем еще что-то? Нет. Мы можем перейти с тобой вот в эту пещеру. Окей. Давай будем ее изучать. Видишь, вот эта, ребята, шкала наверху, которая заполняется. Это изучение, а вот это время на ее изучение. Что-то мы там нашли, новое. Это что такое? А, пруд с рыбой и сталактит. Как насчет сталактитов? Так, дракончик, иди сюда. Ну давай, а что нам даст сталактит? Я, честно говоря, а почему только одного, а остальных в пещеру? Я, может быть, хочу всех на сталактит отправить. Ладно, посмотрим. Так, Роберт закончил тут изучение. Мы его отправляем в пещеру. Также Мэри и Дженни. Нас пока трое, друзья мои. Трое выживших, но это пока. Потом будет еще больше у нас выживших. Мы будем их находить. Так, хорошо. А в глубине пещеры вы замечаете странную груду песка. Что вы сделаете? Пнуть ее или изучить? Ну, песок давай изучим. Так, вы копаетесь в куче песка, и внезапно она начинает двигаться. Под всем этим песком лежит выживший с корабля. Спрятался.
Оливера выбросило с палубы во время бури. Его вынесло на берег, а затем он укрылся в пещере. Последняя вещь, которую он помнит, это эхо от ваших шагов в пещере. Совет. Выживший – это ваш главный способ делать разные вещи. Больше выживших ускоряет процесс. Это точно, друзья мои. Оливер вспоминает, что он не был один. Его друг Адам потерял сознание после того, как они оказались на острове. Но он не смог привести его в чувство. Вы поможете Оливеру оживить Адама. Так, мы получаем 50 еды. Окей. Так, друзья мои, нам надо сюда зайти. А вот и Оливер. Две еды ему нужно, да? Оливер у нас садовник. Оу. Продолжить изучение. Ребята, продолжаем с вами изучение, но нам нужно... Ага. Мы нашли с вами хребет. Поехали, изучим его. Так, дракончик нам постепенно дает гемчики. Готово. И что мы тут с тобой найдем? Попытайтесь остаться в живых и изучить остров, пока вы не найдете способ добраться до дома. Изучайте карту, чтобы открыть постройки. И также здесь изучайте карту вот эту. Ну что, ребят, нам нужно, наверное, сталактит этот доизучить. И хребет. Здесь готово. Так, мы с тобой получили 40 камня. Окей, здесь тоже нажимаем готово. Но хребет нам нужно еще изучать. Ваша группа выживших продолжает изучать территорию, несмотря на то, что наступает ночь. Тени стали выше и выше. И у вас все больше и больше проблем с пересечением этой местности. Разбить лагерь. Так, вы чувствуете, что готовы сдаться и разбиваете лагерь. Пока вы собираете дерево для костра, вы замечаете блеск от кроваво-красных глаз в сумерках. Никто больше их не заметил. Окей, так, предупредить надо, я думаю, да? Вы предупреждаете остальных о скрытой опасности. Вы все начинаете обращать внимание на то, что окружает вас. Верное решение. Наконец-то наступила ночь, и все расположились у костра. А затем что-то атакует вас. Выжившего схватили и утащили в лес. Быстрее сделайте что-нибудь. Вот здесь вопрос. Нам пошуметь или взять палку? Давай пошумим, наверное. Вы создали ужасный грохот, чтобы напугать нападавшего. Сработало, выживший свободен. Чтобы не атаковало вас, оно убежало вглубь леса. Пронесло. Выжившие хвалят вас за вашу быструю реакцию. Для них вы герой. Они будут гораздо охотнее следовать за вами. Выживший получает плюс один к изучению. Совет. У выживших есть 4 навыка. Изучение, добыча, строительство и атака. А вот, ребята, эти параметры. Эти навыки говорят вам, в какой области выживший наиболее полезен. Всегда выбирайте подходящих для работы выживших. Мне это все понятно, ребята. Ну что, нам нужно с вами взять, точнее, рыбы. Дает она 40 еды. Поехали. Так, он готов. И остальных всех отправим с тобой на хребет. Так, еда у нас с тобой пополнилась. 89. А здесь что? Пока ничего, да? Одна из самых важных вещей выживания – это источник пресной воды. Пока вам стоит начать с простой емкости для дождевой воды. Окей. Вы можете построить емкость для дождевой воды. Совет. Постоянный источник пресной воды сразу же повлияет на ваших выживших. Постройка емкости для дождевой воды улучшит навыки вашим выжившим на плюс один. Вы можете найти ее в меню строительства. Окей, давай посмотрим. А вот, ребята. И нам что нужно? Да ничего, просто работа. О, как долго они будут делать-то. Ух. Окей, еще разок, ребята. Нам нужно 40 накопить, видишь? Окей, вот теперь все. У нас, ребята, получится бочка. Так, они что-то там мастерят. И, кстати, у нас тут что-то новенькое появилось. Но для этого нужно 400 бревен и 500 камня. Ху-ху-ху-ху. Пойду-ка я пока изучать хребет. У нас с едой пока нормуль. 89. Беспокоиться не о чем. Так, яблочко, это еще плюс 70 еды. Давай мы с тобой отправим. Сюда лучше отправлять того, кто развит в поиске. Поэтому, ребята, вот этот вот сюда, этот сюда. Погнали.
Здесь тоже заканчиваем и продолжаем дальше. Этих мы отправляем с вами изучать хребет, а эти пускай собирают яблоко. Ну что, ребята, еды стало еще больше. Выживший собирает незрелое яблоко и съедает его. Через какое-то время вы слышите жалобы на боль в животе. Выживший получает минус 10 к здоровью. Просто прекрасно. Угу. Несчастный случай отравления, болезнь и сражение могут снизить его. Если здоровье падает ниже нуля, выживший будет прикован к постели и должен отдохнуть в меню выживших. Вы должны подождать выжившего, пока ему не станет лучше, или вы можете ускорить лечение при помощи кристаллов. Окей. Так, что у нас здесь? Дает 50 бревен. Мы также можем с тобой изучить корни для веревки и мшистый камень. Ты видишь, что здесь мы получаем с тобой корни 60 штук, если пойдем изучать. Здесь мы получим с тобой 60 камня, а здесь 50 дерева. Нам нужен, наверное, вот этот вот ресурс. Поэтому, ребята, этих мы отправляем с вами на хребет, а этих на поиски корней. Так, здесь делаем готово. А здесь мы можем потратить гем. Смотрите, к берегу прибило коробку. Может, там есть что-то полезное? Совет. Коробка позволяет вам смотреть рекламу и получать за это бесплатные кристаллы. Нажмите на коробку, чтобы получить кристаллы. Окей. А где эта коробка? Вот она. И мы с вами что получаем? 5 кристаллов. Окей. Так, ну что, мы с вами, наверное, дальше пойдем искать эти корни. Ну, а эти пойдут у меня хребет изучать. Так, потратить гем пока не буду. Тут всего лишь нужно подождать немножко. У вас так много вещей, давайте построим гамак, чтобы расслабить ваши усталые ноги. После этого вы сможете нести больше вещей, а вот это хорошо. Я могу построить гамак. Гамак — это ваш дом. Этот тип построек увеличивает ваш лимит ресурсов, который позволяет вам строить и изучать новые вещи. Прекрасно. Увеличение лимита ресурсов очень важно в этой игре. Поэтому сделайте приоритет на этом типе построек. Окей. Где у нас, ребята, гамак? Вот он. Нам нужно 20 корней. А мы с вами получим 60. Поэтому надо нам срочно это все дело получить. Окей. А этих отправляем сюда. Так, тут пишем готово. Так, а здесь... С вершины хребта наблюдается прекрасный вид, откуда можно осмотреть окрестности. Вы ложитесь под деревом, чтобы отдохнуть. Через несколько часов вы замечаете, что солнце медленно садится, и вы решаете спуститься обратно в лагерь. Но перед тем, как покинуть хребет, что-то вызывает вашу озабоченность. Что? Так, что там у нас? Что-то мелькало, да? Вон, смотрите, что-то летает. Вдали вы видите тусклый свет, который летает по вечернему небу. Может быть, это самолет, который прилетел спасти вас? Подойти ближе. Вам удалось достичь лучшей точки обзора, когда свет внезапно исчез в воздухе. Вам становится не по себе. Это не мог быть самолет. Естественное явление? Метеозонд или НЛО? Испуганные и озадаченные увиденным, вы возвращаетесь в лагерь. Окей. Что мы там увидели, ума не приложу. Ребята, у нас с вами вот... Мы можем построить спокойно гамак. Так, у этого, конечно, не очень хорошо с трудами. А вот этот подойдет. Оу. Так, вот этот подойдет и вот этот. Так, готово, готово. Надо нам, ребята, гамак построить. Строители усердно работают, но прогресс строительства очень медленный. Что вы сделаете? Критиковать или мотивировать? Ну, давай мотивировать, наверное. Вы мотивируете строителей, говорите им, что у них хорошо получается. Хорошо. Мотивированным рабочим удалось сохранить 20 веревок. Вы получаете 20 веревок. Отлично. Так, давай дальше продолжать делать этот гамак. Давай всех отправим сюда. Так, ну что, остается совсем чуть-чуть. Мы его сейчас доделаем с тобой. Окей. Ну что, друзья, у нас с вами появилось что-то новенькое. И это палатка. Палатка требует 40 корней. Мы можем, кстати, тоже ее построить.
Поехали. Так, с едой у нас пока нормуль. С деревом так себе. Давай, наверное, потратим гемы. Так, что у нас тут дракончик летит? К настоящему моменту вы сделали несколько просто замечательных вещей. Ваши подписчики хотели бы о них узнать. Подпишитесь на нас в Твиттер, чтобы присоединиться к беседе и похвастаться своими достижениями. Если вы выполните это действие, мы вам дадим 30 гемов. Нет, не хочу я идти в Твиттер. Вот честно тебе говорю, не хочу. Так, еще 4 гема. Ладно, давай потратим. Вот елки-палки, палатка какая дорогая мне. Обходится, а? Ну что же, мы с вами сделали палатку. Так, давай теперь, наверное, найдем эту палочку. Она дает нам 50 дерева. Но не забывай, что нам нужно еще хребет изучить. Там осталось совсем маленечко. Поехали, хребетик, наверное, тоже доучим. И вот так вот сделаем. Окей, здесь получили дерево. И здесь тоже мы с вами, ребята, изучили новое. Ценный набор доступен, пока его запасы не закончились. Совет. Ценный набор включает в себя премиум персонажа, кучу кристаллов и бутылки эликсира со скидкой 50%. Отличная сделка за полцены. Так, ребят, ну это у нас идет за донат. 599 рублей. Я этого делать, естественно, не буду. Мы будем с вами смотреть, что у нас тут новенькое появилось. Окей, это что у нас за территория? Это пальмы. Сюда лучше отправлять людей, которые хорошо ищут. Так что пойдем, этих мы отправим на камень. Этого отправим сюда. Простите, отвлекли меня маленечко. Так, на чем мы остановились здесь? Значит, мы с тобой камень можем добыть, да? 60. Также у нас здесь... Ну, это дорого очень стоит. Что это вообще такое? Это какой-то бассейн, что ли? Может быть, нам костер улучшить? 40 древа всего нужно. Давай мы, наверное, улучшим костер с тобой. Окей, здесь готово. А здесь мы... Что там написано? Место под строительство уже занято. Хм. Ладно, я подожду 20 секунд. Мне, как говорится, не обломится. А вот пойдем-ка мы с тобой лучше камень поищем. И еще разок. Давайте, давайте. Ребята, пока она смотрится, знаешь, ищешь, изучаешь. Но потом будет, какая прелесть, когда будут бои. Да, тут есть еще и боевка, оказывается. Блин, как же мы с вами долго этот камень-то ищем, а? Серьезно тебе говорю, очень долго. Так, эти вернулись, да, со строительства. Наверное, нам нужно их дальше отправлять. Пускай они там строят, а эти добывают камень. Так, сюда. Здесь у нас будет готово. Кстати, совсем чуть-чуть осталось, ребята. Все. Камень мы с вами получили. Сколько у нас там? 60 камня. Так, здесь у нас 20 секунд мы подождем. Я не хочу тратить гем. И пойдем, пожалуй, дальше искать, что же у нас тут спрятано в этих пальмах. Что-то нам досталось. Вы исследовали достаточно, чтобы сделать простую карту. Она поможет вам ориентироваться. Вы можете построить карту региона. Карта региона увеличивает навык изучения всех ваших выживших. Вот это, кстати, хорошо. Но чтобы нам сделать... Так, дракончик, иди сюда. Чтобы нам сделать с тобой карту, нужно 30 дерева. Окей. Так, иди, пожалуйста, занимайся картой. Отлично. Так, а ты у нас будешь собирать... А что это вообще такое? Что это? Веревка из лианы. Вот, кстати, это хорошо. Веревки нам нужны будут. Так, значит, здесь нужно подождать 56 секунд. Ну, грубо говоря, минуту, да? А здесь 22 секунды. Так, сюда, подожди-ка, мы палатку поставили, да, с тобой? Запас воды у нас с тобой и костер. Плюс коробка, которая дает нам за просмотр рекламы гемы. Не так много, конечно, но этого достаточно. И здесь у нас донат. Это где мы с тобой тратим деньги, да, и получаем ресурсы. А это, ребята, мы можем купить с вами. Кстати, вот эту обезьянку я бы купил с удовольствием всего лишь за 250 еды. Альфред. Кстати, неплохой поиск у нее. Остальные все стоят гемы. Ух, ё! Сколько? 70 тысяч дерева! Белый медведь. Слушай, нифига, у него 250 хп. 700 камня.
Спарки. Кстати, тоже. О, 90 тысяч веревок. Обалдеть, ребята. 1300 золота. А это что за гриблин? Офигеть. Слушай, ну есть тут некоторые персонажи, которых можно, в принципе, получить своими силами. Без доната, естественно. Так, что у нас тут? Не закончено, да? Погоди-ка, я закончил или нет? Закончил. Так, давай, наверное, мы с тобой прокачаем еще костер. И веревки. Веревки нам нужны. Так, ладно, фиксим, потратим. Так, у нас появилось что-то новенькое. Потому что мы улучшили с вами костер. Он стал большим. И тут у нас Вигвам и карта региона 2. Хм. Вигвам, 100 веревок, у меня всего лишь 20. А здесь просто работа. Давай, наверное, мы с тобой... Ага, веревки. Здесь нужна древесина. Здесь нужна древесина. Так, хорошо. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем так. Этого отправим не могу, да? Тут уже есть люди, которые работают. Поехали тогда изучать пальмы. Потихоньку, потихоньку, но мы с вами изучим это все дело. Выживший указывает на то, что мы, люди, склонны давать названия вещам вокруг нас. Остров, на котором вы находитесь, еще не имеет названия. Вы должны дать ему имя. Как вы хотите назвать остров? Ребята, как бы ты его ни назвал, все склоняется только к одному. Это остров Тинкер. Остров Тинкер – это потрясающее имя. Несомненно, это имя вселит надежду в ваших дорогих выживших. Вы называете этот остров островом Тинкер? Да, конечно. Как будто у меня там выбор был. Если бы он был, я бы назвал его как-нибудь по-другому. Ну что, давай, наверное, с тобой дальше будем собирать веревки. Так, ты тоже на веревке, а ты пойдешь у нас на изучение пальм. Так, а ты у нас строитель неплохой, поэтому у тебя... Так, купи... А, у меня древесины не хватает. Тогда иди сюда. Мы нашли с тобой ягодный куст плюс пень какой-то. Ягодный куст дает нам с тобой 100 еды, а пень дает 90 древесины. Но мы с тобой, наверное, все-таки веревки получим, да? Подожди, или мы... Да, веревки. Давай быстренько закончим. И у нас 95 веревок. Мы можем с тобой что-то, по-моему, здесь изучить, да? Нам не хватало веревок. А, 200 нужно. Точнее, 100, а у нас 95. Блин, веревок не хватает. Что ж ты будешь делать-то? Ладно, пойдем тогда мы с тобой соберем немножечко еды. Так, ты собиратель неплохой. Ты собиратель неплохой. Ты у нас пойдешь, наверное, на изучение. Туда же. Так, готово. Готово. Кстати, у нас здесь есть, ребят, достижения. И одно из них я уже получил. Так, вы уже довольно далеко продвинулись. Вы гадаете, как поживают ваши друзья. Так, ё-моё. Не хочу я даже к Фейсбуку присоединяться. Дайте мне, пожалуйста, получить достижение. За достижение нам дают с вами, опять же, кристаллы. Окей. Новое. Что тут новое? Территория открылась новая. Какое-то побережье? Что это у нас? Пчелиный улей. О, друзья мои. Тут могут пчелки нас покусать, поэтому надо быть очень-очень аккуратным. Поехали изучать. И кустик этот нужно собрать. Так, здесь готово. Так, вы уже довольно далеко продвинулись. Вы гадаете, как поживать. Да иди ты, елки-палки, никогда. Все. Если вы выбираете вариант не подключаться, мы заблокируем локацию пчелиной улей. Мы больше не будем спрашивать вас о подключении к Facebook. Совет. Мы используем Facebook, чтобы проще сохранять ваш прогресс в игре и дать вам возможность играть на нескольких устройствах. Пчелиный улей даст вам выжившего, если вы подключитесь к Facebook и пригласите 3 друзей. Проехали, елки-палки. Так, что у нас там? Я могу сюда зайти? Я могу изучить? Мне нужен выживший, если они дают его. Да, друзья мои? Ну, что на этот раз? Ладно, давай присоединимся, так уж и быть. Ну что, ребят, я присоединился. Так, мы нашли сохранение, связанное с этим аккаунтом. Да, ребята, это действие повлечет за собой удаление вашего текущего прогресса. Слушай, не хочу, ребят, не хочу. Пускай у меня остается вот эта вот версия. Потому что я вам говорил, что я уже играл в нее на телефоне. И сейчас я начинаю как бы новую историю.
Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Достижение. Мы с тобой... Погоди, а что? Вот, 15 гемов, 30 и еще 50. Ёпарсоте. Настоящий друг. А где выживший, которого вы мне обещали? Где он? Так, погоди, погоди, что это там у нас? Да ладно, у меня, оказывается, уже друзья есть, которые в нее играют. Фу. А ну-ка, поехали. Изучим дальше. Неужели ничего не дадут? Хотя, подожди. Вам удалось захватить королеву диких пчел. Быстрее постройте для нее пчелиную коробку, и ее работники последуют за ней. Несомненно, одомашенные пчелы будут важным предметом на острове. Вы можете построить пчелиную коробку. А вот такого у меня, ребята, не было. Ищите части для пчелиной коробки, поискав у своих друзей. А, вот оно как. То есть я могу ее сделать, но мне нужны какие-то определенные части, да? Ладно, давай мы с собой этот кустик прошмонаем хорошенько. Нам нужно еды. Тут как раз соточку будут давать. Все, да, а этого... Так, нам нечего изучать. Окей, тогда давай глянем, что здесь. Вот, вигвамчик бы нам поставить, но здесь нужно 100 веревок. Слушай, а почему я не могу вот это сделать? Вполне годная вещь. Все у меня есть. Так, улучшайте свое жилище, чтобы улучшить хранилище. Так, а подожди, а что не хватает? Еда есть? Древесины нету, друзья мои. Не хватает древа. 20 штук. Окей. Давай быстренько с тобой куст этот соберем. И вот этот пенек тоже нам нужно добыть. Добыть для того, чтобы появилась древесина. Так, отлично. Блин, я все забываю, что туда не могу пойти. Так, ну вот теперь я 100% могу... Да. Да что ж такое-то? Что опять надо? Еда есть? Есть. Дерево есть? Есть. А чего тогда не хватает? Ну-ка, что там пишут нам? Улучшайте свое жилище, чтобы увеличить хранилище. Тогда мы идем сюда и смотрим, ребята. У нас не изучено здесь еще, наверное, очень много. Например, те же самые пальмы мы недоизучили. Ох, еще больше друзей стало. Ё-моё, я даже сам не знал, что у меня так много друзей играет в эту игру. Остров Тинкер — это опасное место. Вы никогда не знаете, когда на вас могут напасть дикие животные. Давайте сделаем оружие. О, да, это классно. И вы можете построить дубинку. Дубинка увеличивает навык атаки экипированного ей выжившего. Так, создание инструментов и оружия точно такое же, как и других построек. Готовая дубинка появится на локации добычи слева. Просто переместите выжившего на дубинку для экипировки. Выживший может нести лишь только один инструмент, поэтому когда вы даете им новый инструмент, то старый уничтожается. Так что будьте осторожны. Вот это вот, кстати, надо не забыть, друзья мои. В траве вы замечаете следы. Вы спешите узнать, человеческие ли они. Если да, то это может быть вашим билетом домой. Я сомневаюсь. Вы подходите ближе и проверяете следы. Увы, следы нечеловеческие. Ложная тревога. Выжившие явно разочарованы. Но следы какие-то странные. Определить. Никто не может точно сказать, какое животное их оставило. Выжившие нервно переглядываются. Они все еще напуганы тем, что видели НЛО раньше. Вы спросите о вариантах или же попытаетесь забыть о следах. Давай спросим варианты. Вы решаете послушать варианты выживших. Сперва они думают о неизвестных животных, но скоро они доходят до мутантов и монстров. Этот разговор может выйти из-под контроля. Вы остановите или продолжите эти дебаты? Давай, наверное, остановим. Вы останавливаете споры, пока оно не привело к более невероятным предположениям. Выжившие ценят тот факт, что вы позволили им говорить, что вздумается, и что вам в нужный момент удается... предотвратить страх. Выжившие приобретают уверенность под вашим лидерством. А выжившие получают плюс один к исследованию. Вау. Хорошо. На этом острове будет проще выживать при помощи друзей. Вы можете посетить их и получить бесплатные ресурсы. Возможно, даже открыть особого выжившего. Пригласить. Ребят, я разослал приглашение всем. Так что, кто у меня в Фейсбуке в друзьях, принимайте, пожалуйста. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой дальше будем изучать пальмы.
Окей. Нажимаем готово. Пока ничего мы здесь не нашли нового, да? Что-то лежит среди упавших пальмовых листьев. Это монстр, вы готовы к худшему. Еще один выживший, но едва в сознании. Он что-то шепчет о каком-то лекарстве. Вы получаете лекарство для Адама. Вы должны дать ему лекарство. Окей. Адам присоединяется к вам. Совет. Адам срочно нуждается в лекарстве. Вы найдете его в меню фуража. В меню фуража. Вот он, да? Так, лекарство. А что нам нужно? Так, Адам у нас болен. Давай-ка мы дадим ему лекарство. Вот так вот. Окей, а сами пойдем на поиски, опять же, в пальмы. 91. А почему так много-то? Ну, придется, ребят, потратить. Ну, чё, Адам? Медицина творит чудеса. Адам говорит, что ему удалось уплыть от тонущего корабля и всплыть на острове. Он забыл принять лекарство, но вы нашли его вовремя. Он будет вечно благодарен и будет следовать за вами в любом месте. Адам вылечен, это прекрасно. Вы лежите под пальмой, чтобы перевести дыхание. Затем вы слышите шипение, доносящееся из папоротника неподалеку. Вы инстинктивно вскакиваете и сталкиваетесь с опасностью. Это змея. Вот, ребята, будет сейчас первый бой. Ого, это ваш первый бой. Нажмите на фиолетовую кнопку для атаки, чтобы вращать меч. Если он зеленый, ваш урон будет соответствовать вашему навыку атаки. Если он красный, вы теряете здоровье. Повторяйте это действие, пока одна из сторон не погибнет или вы не сбежите. Поехали, друзья мои. Вот она, змея. Вот так мы с вами крутим меч. Он атакует нас. Теперь мы. Когда она зеленая, соответственно, атакуем мы. Когда красная, атакует нас враг. Так, неплохо. Ой-ой-ой, это... Да ладно тебе. На. Так, еще надо немножечко, и мы добьем. Все, друзья мои. Змея погибла. И? Что там пишет? Змея сворачивается и испускает дух при последнем зловещем шипении. Прекрасно, вы только что победили в своем первом бою. Всегда старайтесь держать и поддерживать высокий навык атаки. Всегда можно сбежать от сложных сражений. Противник подождет вас, пока вы не будете готовы. Так, обыщите тело змеи, вы можете найти что-то полезное. Искать. Оказывается, что змея недавно пыталась проглотить кристаллы, но ей это не удалось. Хорошая услуга со стороны змеи. Вы получаете 20 гемов. Прекрасно, ребята. Очень прекрасно. Ну что, друзья, думаю, что на сегодня пока будет достаточно. Мы обязательно с вами продолжим, если вам эта игра понравилась. Так что пишите об этом в комментариях. А тут на самом деле будет всего-всего много интересного, поверьте мне. Будет тут очень большущая карта, мы ее будем исследовать. Потом еще в каждой локации можно будет еще что-то искать. В общем, ребят, увидимся в новых следующих видосиках. Всем пока и до скорого.